Друзья, всем привет! Сегодня в обзоре проект, который называется Vadex. И давайте же поговорим, как Vadex внедряет технологии блокчейн в децентрализованную индустрию, а также подробнее поговорим о деталях данного ICO. Проблемы в обмене криптовалютами стали серьезным препятствием для роста отрасли. И это указывает на то, почему рынок пока не принят на глобальном уровне. Плохая ликвидность, плохие рыночные правила, длительный процесс соблюдения и комплексная интеграция – это некоторые другие проблемы, связанные с криптовалютами. Vadex является полнофункциональным децентрализованным адресом обмена для решения вышеуказанных проблем. Vadex стремится сделать рынок торговли криптовалютами проще, безопаснее и дешевле для потребителей. Vadex будет защищенной платформой обслуживания условного депонирования, позволяющей пользователям безопасно выполнять транзакции. Бизнес-модель Vadex позволяет пользователям легко покупать, продавать или обмениваться криптовалютами без посредников. Вся логика заключается в умном контракте. Следовательно, только пользователи имеют тенденцию контролировать свои активы, тем самым делая человеческую ошибку просто невозможной. Vadex поддерживает все маркеры на основе Ethereum, и к концу года Vadex также будет поддерживать маркеры, основанные на NEO. Vadex заявила, что платформа будет иметь как преимущества централизованного, так и децентрализованного обмена. Тем не менее, централизованные обмены известны своей простотой в использовании, легкой доступностью и прозрачностью. Как децентрализованный обмен, Vadex также имеет преимущество перед другими существующими децентрализованными биржами, в том числе это реферальная система. Vadex является первым в своем роде, который предлагает 20% скидку для пользователям, перешедших по реферальной ссылке для осуществления торговых сборов. Больше пользователей, которых вы приглашаете, больше бонусов от рефералов, которые вы будете получать. Также это низкие пошлины. Vadex разработан в очень быстрой и эффективной сети блокчейнов. Это сделает транзакцию на платформе эффективной и эффектной. Выполнение нескольких заказов. Пользователь может установить номера заказа, а контракт на платформу SmartCard будет занимать столько транзакций, сколько необходимо для выполнения вашего запроса, в то время как он оплачивает только за одну транзакцию. Программа AirDrop. AirDrop будет происходить один раз в месяц и будет влиять на каждый уникальный адрес, который соответствует условиям объема торгов. Максимальное количество токенов каждый уникальный адрес может принимать до 250 VDX для первых 20 тысяч пользователей, которые удовлетворят требованиям объема торгов для AirDrop. Кросс-чейн транзакции. Это самая передовая технология для платформ обмена криптовалютами. Через кросс-чейн транзакшн Vadex будет унифицировать различные типы блокчейнов на той же платформе. Давайте поговорим, почему стоит поддержать данный проект. Команда Vadex, абсолютно все ее работники трудятся во благо компании и всегда готовы помочь в любом вопросе. Они всегда на связи и не пропадают из виду, ведь на текущий момент, когда мы говорим про ICO проекты, данный факт весьма важен. Второй момент. Все прототипы, сделанные командой разработчиков Vadex, есть в открытом доступе. Уже сейчас вы можете ознакомиться и опробовать данную систему. Также у лидеров данного проекта огромнейший опыт ведения бизнеса такого рода, и Vadex непременно ждет успех. Vadex участвует во всевозможных крипто-блокчейн форумах, заключает серьезные контракты. И, как по мне, это большое преимущество. Это был краткий обзор проекта Vadex, все ссылки необходимые я оставлю в описании. А мы с вами, друзья, уже увидимся в следующих обзорах. Всем пока! We'll be right back.